Иванович, я попрошу это дело не отдавать просто, чтобы районы... Надо некую методологическую помощь все равно оказать. Хорошо. Надо разбить проблемы на несколько там, самостоятельных вопросов, на несколько там, самостоятельных там, пусковых комплексов, да, вот в пределах тех, о которых говорит Леонид Иванович, допустим, там 15 миллионов в год. Вот тогда мы постараемся поэтапно в течение действительно там, 3, может быть, там, 4 лет главные проблемы снять. Понятно, что там еще какие-то вопросы могут оставаться. Ну там посмотрим, может появиться возможность в какой-то федеральной программе дополнительно поучаствовать или еще какие-то источники возникнут. Сейчас лучше, что называется, небольшими шагами, то есть, но там, степ-бай-степ, то есть эту проблему решать. Потому что если просто, я говорю, сидеть ждать 300 миллионов, мы их не дождемся никогда. Договорились? Идем в этом направлении. Дальше. Значит, по линии здравоохранения. Проект «Лекарственное страхование», ФАПы и, значит, только общей практики в клинковке. Так? То есть вот это как бы наша... Сейчас задача там, на ближайшее время. По образованию. Детские и дошкольные учреждения. Так, вот эти 80 мест, о которых говорили. Заработная плата. Обеспечение повышения заработной платы. И вопрос по профессиональному училищу. Так, то есть загрузка его все-таки значит, там, теми объемами работы, о которых мы проговаривали. Значит, по пруду. С вас заявка. Значит, так, с нас, собственно говоря, проталкивание этой заявки в федеральной программе, в федеральном агентстве водных ресурсов. Дальше, значит, блок по 250-летию, так, значит, попрошу, если бы еще раз тоже посмотреть весь там комплекс вопросов, которые у нас по 250-летию планируется и там планировался, может быть, там как-то его актуализировать. То есть у нас на сегодняшний день, если я правильно помню, были договоренности по спортшколе, они реализуются. Значит, надо тоже там, собственно, отслеживать, как ситуация ведется. Городской дом культуры реализуется, значит, там надо эти вещи отслеживать. Спорткомплекс за счет экономии, да, по как бы там спортшколе тоже. И у нас была тема там конного манежа, который вы должны были включить в программу по развитию внутреннего туризма. Вот это наши как бы, вопросы, там, по которым мы брали обязательство значит, решить или помочь, да, потому что там, по там, грантовым конкурсам по туризму, здесь я попрошу Сибирь, вас с Сырцевым переговорить, да, то есть, потому что у нас это был один из таких очень спорных моментов прошлого конкурса, так, и там Олег Валентинович писал там, 150 жалоб там, значит, по этому поводу, мы договорились, что значит, давайте в этом году мы им там, некую преференцию дадим, то есть, потому что там действительно не, в некотором... В смысле, подход был, может быть, не очень как бы, объективный в прошлом году, поэтому надо ситуацию будет уравнять. Соответственно, все другие мероприятия, которые по 250-летию планируются... А, еще секундочку, сколько мы денег по благоустройству, по дорогам выделили? 28 миллионов 900 тысяч. Да. Из них у них на дворы уходит где-то 7,5, а на улице 9. Ну вот, к сожалению, контракт они еще пока не заключили. Ускоряйтесь, потому что, значит, вот... Мы уже информацию всю в департамент предоставляете. То есть, мы пошли на тоже как бы беспрецедентный шаг, я напомню, так? Мы выделили вам денег значительно больше, там, в разы как бы больше, чем планировалось, собственно говоря, в счет будущих периодов. У нас была договоренность как раз в том, что... В связи с тем, что вы готовитесь к юбилею, мы вам некие там, будущие платежи там, следующих лет в этот год там, передали, как бы, значит, и для того, чтобы все эти работы были сделаны. Понятно, что если значит, очень много районов по этому поводу возмущалось, потому что все бы хотели там, значит, одним годом получить там, на 5 лет вперед, там, допустим. Да, значит, но понятно, что такой возможности нет. Мы обосновываем, что у вас юбилей, то есть и значит, у нас тут же появились. Проекты 325 лет Пижанки, там, значит, 240 Хомутнинску, значит, там 17,5, там еще кому-то и так далее. То есть именно с этой же как бы логикой, так?